Всем добрый день, хорошего вам солнечного дня. Сашуля оставили на робототехнике, с утра он был на английском языке, кстати, ходит на курсы, записали на курсы рядышком с домом. Все, переживала и переживаю до сих пор, как мой сын. Ну, мой сын же не ходит вообще один, как-то маленький совсем, и что-то жалко его одного отправлять. В это время, в 10 лет, мои уже дети давно ездили на автобусах сами. Но Сашуля совсем маленький, самый младший, поэтому одного его отправлять как-то опасненько. И рюкзак больше, да, чем он сам есть. Вот, и взяли курсы, мы записались на курсы английского рядышком с домом. Он запросто может дорогу перейти. Один раз показали, сегодня прямо он сам прибежал. Папа за ним наблюдал со стороны, а так он сам прибежал, такой довольный. Я, говорит, теперь сам могу ходить. Я говорю, да, неужели? Папа тебе не помогал? Нет, я уже самостоятельный, я уже сам могу дорогу переходить. Но, правда, мы ему сказали, лучше, там у нас маленькое движение, лучше удостовериться, чтобы с двух сторон никого не было, и тогда уже пробежать быстренько дорогу. Вот. Чтобы такое пока до середины, такое мы еще ему сказали, пока лучше так. Пусть первое время так, а потом уже будет до середины доходить. Ну, там дорога совсем маленькая, потом переходит. Сейчас оставили его на робототехнике, уже ходит он у нас третий день, ему очень нравится. Первый день он там построил какого-то там маленького робота, второй день пчелку, которая именно крутится. До этого я вам показывала, да, ее, которая крутится и жужжит. А сегодня я ему сказала, ну, возьми что-нибудь посложнее. Вот, программу создай, и с путем программы эти роботы, короче, двигаются. Это вообще прикольно. Потом вам приложу и покажу, да, что он сегодня сделал. Сейчас захожу в Фикс Прайс. Также я в поисках подарков на выпускной. В пределах 1000 тенге. Вчера на базаре была, что-то посмотрела, что-то кое-что взяла. А сегодня посмотрим, что здесь есть. Прекращает свою деятельность 12 июня. А, здесь магазин закрыт, представьте. Магазин, оказывается, который по Абая, он закрылся именно с сегодняшнего числа. Видимо, наверное, невыгодно. Сейчас едем в другой магазин, который находится на Толиби, напротив Марта. Дозвониться до них невозможно. Оставили только Инстаграм, но Инстаграм, естественно, не отвечает. Телефонов нет. Чтобы позвонить, удостовериться, открыто или не открыто. Фикс Прайс. Ехали мы в центр. Ой, напротив Магнума. Марта, да? Вот здесь Фикс Прайс на втором этаже. Посмотрим, работает он или нет. На втором этаже магазины. Кстати, можно пройтись, посмотреть здесь вещи. Ага, все. Сегодняшний день. Ну все, все магазины закрыты. О, какое платье интересное. Вот это тоже красиво. Но для меня, конечно, не подойдут. Точка на Толиби тоже закрыта. Все, прям написано так. Магазин закрыт, не беспокоить. Даже без всякого там объявления, там, извините, закрыто и все. Да, и внутри люди, они там перебирают товар, что-то там пишут. Вот, отчетность дают там. Неужели Фикс Прайс уйдет с нашего рынка? Это будет вообще очень печально. Едем сейчас в нашу последнюю точку рядом с домом на телецентре. Интересно, будет открыто или нет. Ехали уже к нашему дому. Хотим узнать, этот Фикс Прайс работает, нет. Блин, обещала блокнотики купить. Неужели? Неужели я не успела? Я еще вчера была на базаре, думала, надо было вчера это все сделать. А времени не было, поехали там за товаром. У нас доставка была и так до 8 вечера. Думала, сегодня схожу, а именно с сегодняшнего дня, с 12 июня, закрыто. Аж две точки закрылись. Саша, Женя, можешь взять вот это, да? Интересно. Говорила, сразу сюда надо пойти.
А, вот посмотри для грунта. Есть что-нибудь от паразитов? Так, сегодня нашли наш распылитель. Хотим взять средства от паразитов. У нас такие хорошие деревья. Но там они уже листочки такие погнившие уже чуть-чуть. Повредились от паразитов. Шпажки бамбуковые. Блин, а я карту фикс прайс не взяла. Короче, фикс прайс на телецентре работает. Вот. Посмотри, здесь должно быть что-нибудь такое. Пикник. Это что такое? Коврик, прикинь. Коврик для пикника. 1200. Прикольно. Жень, можешь показать мне этот коврик? Жень, руки возьми, пожалуйста, покажи его размеры. Открой. Я заказала коврик. Маленький, да? Ну, в принципе, не такой уж большой. 1200 стоит такой коврик для пикника. Так, что у нас здесь есть? Ну, детские игрушки. Такое смотреть пока не будем. Фоторамки. Мне нужно в пределах 1000 тенге что-нибудь посмотреть. Фоторамки, думаю, не очень. Смотреться не очень, да, для подарка, для призов. Там, Жень, пульверизатора не было для этих, для цветов? Так, здесь у нас что-то, пленка, мне нужно пленку. Листы, пленка, упаковка для подарков. Ну, это для подарков такая упаковка. Смотрите, вентилятор. Ночник вот такой вот прикольный. 1800 стоит. Вот, вот такой вот вентилятор. Не знаю, сколько стоит. Часы настольные 2100. Штатив. 1800. Такие лампочки настольные. 1800 стоит. Так, мне нужно уложиться в пределах 1000 тенге. Вот вчера я взяла нефритовые лопаточки для лица. Они у меня вышли по 1200. Вот, значит, второй мне нужно купить. Ух ты, вот это прикольно. Да, за 800 тенге надо что-то взять. Чтобы было как бы на 2000 два подарка. Ой, стекло увеличительно. Что-то мне такое больше ничего не нравится. Шампунь капец, 200. Шампунь 750. Раньше я в Фикспрайсе постоянно любила покупать ватные диски. Они раньше были такие дешевые, 180 тенге. Сейчас они уже 500 тенге стали, и их уже нету, я не вижу. Так, думаю, может быть, такой наборчик какой-нибудь мужской. О, с картой 1200, да? Отвертки. Блин, жалко, я не взяла эту карту с собой. 1200. Вот это хороший прям набор отверток. Мне нравится. Думаю, нормально. Так стоит 1500. У меня карта есть. С картой у меня будет 1200. Точно, я, наверное, сегодня вечером. Сейчас я, наверное, за картой поеду и куплю. А то, боюсь, вдруг будет закрыто. А вот, смотрите, тоже набор отверток, да, для мужчин. 1200. Прикольно. Короче, вот сумма, вот не 1000, вот не 800, а именно 1200. Раньше мы постоянно покупали корм для кошек здесь. 187, да, здесь стал. По 113 тенге покупали. Так, здесь, думаю, взять какие-нибудь блокнотики с ручкой. Так, а этот что такое у нас? Пояс. Поддерживающий 1500. Коврик, подушка, массажер для тела. 1500 массажер, да, такой для тела? Да, я смотрела, но мне карту надо желательно иметь. Короче, с картой этот набор стоит 1500, а с картой 1200. Надо потом прийти купить с карты. Вот этот хороший набор. Вот этот, смотри.
Он 1500 стоит, а у меня карта дома есть 1200. Лет 2500. Что за спортивный коврик-подушка? Интересно. Бигуди для волос 1200. Так, давайте я здесь посмотрю. Может быть, блокнотики какие-нибудь найду. Подставка универсальная. Блокнот. Блин, ну блокноты не дешевые. 1800. Да уж, цены. Гравюра. Может, типа таких вот такие можно гравюр. Вот. Если мужчина, слышишь? Угу. 400. Точилка механическая, 1800. Вот блокноты, смотрите. Вообще не дешевые. Ежедневники всякие, 1500 стоят, 1800 стоят. Жалко. Вот эти вот 1200 совсем маленькие, но здесь смотреть не на что. Что-то такого нету в пределах 1000. Сложная задачка, да, уложиться на 1000 тенге. Да. Смотрите, вот как назло, да, симпатичное зеркало. 1200. Не 1000 тенге, 1200. Да. Вчера тоже все взяла 1200. Да, здесь все подорожало. Формочка для льда 600 тенге. Надувные круги 750. Не знаю, посмотри. Носочки. Ну да, книги тоже, вот смотри. 1200 книга. 750. Мы начинаем в конце. Книги разве можно на призадарить? Как ты думаешь? Колготки. Вакуумные пакеты. Коробка 1800. Вот что-то симпатичное увижу. И оно такое прям не дешевое. Так, что у нас здесь есть? Носочки. Носочки. Возьму зефир ванильный. Прям Сашка мне заказывал. Мама, возьми зефир. Ему прям нравится этот зефир. Кстати, очень вкусный с фикс прайса зефир. Вот еще один зефир. Ну, пока этот возьму. Возьми зефир, Сашка хотел. Я думаю, вот это, наверное, не очень будет, да? На подарки. На призы. Поварешки такое не очень, да? Да, блин, они не дешевые. Вот эта бутылка 1800. А вот набор из двух салонок 750. Смотрится не очень, да? А так было бы в коробочке что-нибудь. А, вот кружки можно. Давай кружки посмотрим. Вот кружка с крышкой 1800, блин. Вот этот 1500 фужер. Так, вот такие у нас кружки. Ой, Женя, как кондиционер сильно дует, капец. Кружки здесь почем? 1200, 1500 вижу, 750. Но они такие не очень-ские. Да, и они еще, у них нет подарочных коробок. Так, вот здесь то, что со скидкой стоит. Давай здесь посмотрим, что здесь есть у нас. А чего со скидкой? Не знаю, здесь всегда 270? Так. Нет, здесь, по-моему, два такое, там что-то. Есть здесь акция, да? Здесь вот, да. Вот эти 1+1, только это нету, и для посуды нету. А, уже нету для посуды, раньше было. Один покупаете, один подарок. Было где-то месяц назад, приходилось, сейчас уже нету, да, просто поставили посуду. Угу. Все, кружек такого нету, Жень. Еще один в очередной фикс прайс, который находится недалеко от моей работы. На Каяхармете. Посмотрим здесь, что есть интересного. На каждом фикс-прайсе какой-то разный товар. Вот там я не видела клевой пистолет. Вот здесь вот клевой пистолет 900 тенге. Здесь формочки. Вот 450. Формочку давай возьмем. Там формочки. Это другие, да. Возьмем желтенькую формочку. Какие интересные статуэтки.
по 1500. 1800 статуэтки. Лампа настольная 200. Вот со статуэтки по 750. Вот это прикольно было бы. Но дорого. 1500. Ароматический диффузор. Вот это зеркало тоже прикольное. 1500. А это у нас что такое? Пакет сумка крафт. Так, это все для праздников. Это все детские игрушки. Вот такой блокнот грязненький. 1200. Такой блокнот ежедневник. 1500, как там, в принципе. Блокнот антистресс. Блин. Такой, вот такой маленький блокнотик. 1200. О, антистресс, да? Ой, прикольно, да? Прикольный такой блокнот антистресс. 1500 стоит. У нас зеркала интересные. 1800, это 1800. Вот эти у нас 1500. Вот эти 1200. Вот это зеркало. Двухстороннее 1200. Такую вот сумку шопер прикольную. 1200 стоит. Есть, что нету в том фикс прайсе. Нашла вот кукурузы разные. Есть по 450, 450 и есть по 470, но у кого карта, по 376 тенге. Вот такую кукурузу хочу попробовать. И взяла вот такой вот горошек. Его практически уже не осталось на этой полке. 250 тенге. Тоже. Детям сейчас салатики делать. О, кетчуп можно взять. Жень, давай выберем кетчуп, возьмем. Эти вот наборчики симпатичные. Ну это, блин, совсем для маленьких девочек. 1800. Вот это сколько стоит, интересно. И вот, вот такой. 1200. По-моему, это одно и то же. Вот этот, по-моему, 1200 стоит. А вот этот, наверное, 1800. Да? Это мотоцикл. Прикольный мотоцикл. Это что за мотоцикл? А, типа, мол, фоторамка с мотоциклом. Прикольная, да? Ну-ка, как смотрится? А куда ставится вот эта рамка? А, вот сюда, наверное. Встань сюда, ставь сюда. Так, что ли? Типа такого, да? Вставляется. А это колесо куда? Наверное, отсюда вот пало. Короче, фоторамка такая 1200 стоит. Ехала в последний функционирующий фикс-прайс в нашем городе, который находится на улице Шостаковича. Это получается вот Женес парк рядом, вот парк. А вот здесь вот там Катюша, третий микрорайон. Это вот, по-моему, третий микрорайон, да, вот прям напротив. Посмотрим, какие цены здесь есть. Горшочки такие всякие. Кстати, вот эти вот шпажки надо было мне со скидкой взять, а я их не. Ну там разница, наверное, 90 тенге. О, вот такой, кстати, стульчик для пикника. 1500 стоит. Так, магазин пустой, никого нету. Так, вот такое вот зеркало 1800, вот такое 1200. Контейнер настольный 600 тенге. Так, а вот это, вот этот какая-то, о, органайзер прикольный. Сколько стоит такой органайзер? Для косметики, кстати, неплохой. Сейчас посмотрю. Такое интересное приспособление. Часы оригинальные. 2100 тенге. Смотрите, оно уже. Вот такие вот часы. Эти. Да. Хотели бы все такие часы? Я бы нет. Не хотела бы. О. О, олень фигурка. Симпатяшка. 1200 стоит. Такие вот интересные
вазочки 1500 у меня разбилось. Надо что-то купить. О, вот это что такое? Фото. Декоративное панно. 960, если карта есть. Карта у меня есть. Ой, фото. Фоторамка. Декоративный поднос. Это 2100. Так, это холст на подрамнике. 1500. Ну, такой приличный, тяжелый. Но опять же, цена мне не подходит, потому что я вчера и так набрала-то дороже, чем сумма. Получается, мне примерно нужно ориентироваться на 1000 тенге в среднем. Посмотрим, может быть, здесь что-то есть интересное, органайзеры какие-нибудь. Ноутбук 1200. Тетради 1200. Вот такая. 1200. Классная вещь, мне очень нравится. Смотрите, игровой набор. Разноцветные фантазии. Стоит он 1200. То есть туда входят маркеры и получается сама статуя тигра. Кстати, у нас же этот кот же тигра и есть, да? Вроде бы тигр. А, нет, кролик. Этот год у нас кролик. По-моему, похож, да, на кролика. 1200. Очень мне нравится. Прикольная, да? Вот так покрасишь, и можно дома прям поставить. Симпатичный. Смотрите. Мишка. Панда. Тоже панда, мишка. А еще там кто-то есть. Кто-то это такой. А, снеговичок. Но это больше к зиме. Но что-то вот на этот я смотрю, мне он очень нравится. Чем кружку, я думаю, наверное, вот это интереснее, да? Конфетница с крышкой 1200 тенге. И вот набор мисок с крышкой 5 штук 1500. Интересная вещь. Это что за миски? А! Они идут, по-моему, металлические. Фу. Нет. Не очень смотрю. Не, мне не нравится же не такое. А, набор чашка с блюдцем 1500, кувшин 1500, а, масленка такая 1200, форма для выпечки, кстати, силиконовая 1500. Короче, много чего есть, примерные цены вам показываю. Здесь, конечно же, много напитков всяких, морская капуста есть. Кстати, можно взять детишкам, они любят такое. Орех, смотри, жареный, арахис 360. В скорлупе жареной. Попробуем, смотри, какой огромный. Давай. Попробуем его. Почему ты так постоянно говоришь? Нормальный? Давай один возьмем. О, прикольно, смотри, семечки уже готовые. Ты постоянно что-нибудь скажешь не то, а? Наверное, возьмем все-таки. Хрустим возьму я. Багет такой возьму. Хрустим, в принципе, они неплохие. Гренки со скидкой 250. Томат спайси. И три корочки. Попробуем? Возьму. Что ты там нашел? Вот смотри, какая интересная этот. Контейнер какой интересный. А вот этот чайничек мне очень нравится. Сколько стоит такая, такой чайничек? О, 2100 тенге. Заварник. Вот такие мне нравятся они. Для чая, кофе. 200. А, еще знаешь, куда можно заехать? Я вспомнила.